Так, всем доброе утро, дорогие друзья. У нас время 9 часов утра. Я после садика пришла, легла, еще немножко поспала, потому что я сегодня не могла спать всю ночь. Так, в целом буду делать зразы с грибами. Сейчас для этого хочу соус еще сделать. Соус. Из чего сделать соус? Майонез. Так, острый кетчуп возьмем такой. Майонез и водичку. Сделаем соус. Так, не в этой, наверное, тарелке. Нет, вообще-то все-таки в этой. В майонезной заливке сделаем. Надо прямо сильно много налила кетчупа. Ну, в принципе, мы что сделаем, оно должно нормально быть. Сейчас еще лук нарежу, лук туда добавлю сразу, и все, и будет классно. Че, Оксаночка, давай койку свою прибери хорошенько. У меня уже Оксана проснулась, Маша проснулась пораньше, она все попросила ее разбудить. А вчера не успела просто за компьютером посидеть, сегодня она свое время посидела. Так, сейчас еще лук почищу, нарежу и поставлю в духовку запекать. Всем хорошего дня. Так, дорогие друзья, зразы мои уже почти приготовлены. Я продолжаю делать салат, то есть отварила уже макарошки, сейчас делаю салат и будем кушать. Что-то забыла, что я вообще ничего не снимала. Маша, это очень мало. Маша порвет укроп. Укроп прям длинными веточками рви. Не маленькими такими. Господи, Маша, ты что там рвала-то? Иди рви. Сейчас я тебе дам тарелку на, иди рви. Попросила ребенка нарвать салат на всех. Так, ну ладно, она молодец, она все равно сейчас пойдет, нарвет еще. Я продолжаю резать огурцы, помидоры сделаю. Дети у меня не все с салатом едят, ну по идее некоторые сейчас уже начали есть тоже салат зеленый. Раньше все ели, все любили зеленый салат, сейчас не все. Поэтому немножко делаю отдельно, немножко так. Погода у нас хорошая. Сегодня мне надо морковкой заняться. Сегодня времени вообще нету. Дети скоро на площадку пойдут уже. Время, ну хотя время еще 11 часов только. И поели, сытые, довольные. Так, сейчас помидорки хорошенько помоем. Берем вот такие вот абаканские. Нравятся абаканские помидоры. Но все равно в Абакане они вкуснее, ребят. Вот реально говорю, у меня родственники живут в Абакане. Когда я у них была, ела ихние помидоры, вот не сравнить с теми, что нам сюда привозят помидорами. Это земля и небо. Вообще разные как будто сорта помидоров. Ну, просто назвали абаканские. А, ладно, пойдет выручка, пойдет и ладно. Ладно, дорогие друзья. Что-то у меня кошка мяргать стала. Ходит, мяргает. Ребятки, кто-то выйдут на улицу, и она встанет возле двери и мяргает. Вася! Вася! Прям мергает ходит. Че мергает? А, Маша на улицу вышла салат рвать. Вот она и мергает. Ладно, дорогие мои. Готовлю кушать. Скоро покажу все, что приготовила. Так, дорогие мои, приготовила кушать. Сегодня у нас на обед, можно так сказать, суп никто не хочет. Все едят макароны со зразами, тут с подливой и также салатик. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Так, у нас уже вечер, я даже забыла, что надо что-то заснять, верьте, нет. Едем, ой, твою еду в садик пешком. Погода хорошая, можно и пешком прогуляться. Девочки сали с дома, они дальше допалывают грядки. Я побежала в садик, очухнули, что уже время 5 часов.
Вот бегу, 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 ребят. Потому что у нас Марина, знаете, она как чувствует, что ага, мама что-то долго не идет в садик. Иногда нервничает даже. Поэтому стараюсь пораньше забрать. Ладно, идем. А еще, ребят, мне сегодня позвонили с Перми, с больницы, куда мы записаны на госпитализацию. И сказали, что они не могут нас принять, потому что закрывается здание. Но больница закрывается на ковид. Вообще пипец. А у меня уже билеты куплены. Ну, не знаю, завтра поеду в поликлинику, посмотрим, что скажут. Будем надеяться, что все что-то решат куда-то в другую больницу. Они сказали, вас могут принять, но вот как они первым сказали, что они могут принять, другая больница нас может принять и то же самое обследование произвести. Ну, будем надеяться, что наши врачи смогут записать нас на 15-е, потому что билет у меня именно на 15-е. И понимаете, при сдаче билетов часть суммы забирается ведь. И у меня заберут просто деньги за просто так. Кошмар. Короче, полный пипец. Ну, я надеюсь еще, что что-то наши врачи смогут сделать. Нет, значит, это вообще... Буду рвать и метать, наверное. Ну, ладно, бежим в садик. Дорогие друзья, всем добрый вечер уже. У нас уже вечер, к сожалению. Ну, как вечер? 6 часов. Не 6, 7. Короче говоря... Дети делали сами сегодня молочные коктейли, но не снимали ничего. Поэтому прошу прощения. Они делали сегодня с шоколадом, с бананом. Малинку опять собирали с малинкой, делали, им понравилось. Они теперь готовы все перемолоть этим блендером. Им очень нравится. Я сейчас варю молочную кукурузную кашу. Сейчас вам покажу. Вот такую вот кашку молочную варю. Стою, помешиваю, чтобы она не пригорела, не дай Боже. И варим, варим на молоке. Ну, на магазинском, конечно же, каша на молоке. Видите, даже еще. Кашку что-то захотели. У меня дети редко кашу просят, но вот сегодня попросили, поэтому готовим. Напишите, кстати, какую вы кашу больше всего любите. А мы попробуем потом ее приготовить. У нас завтра садик не работает, потому что отключение воды. И все детки дома будут. Но я завтра планирую в город съездить, узнать насчет больницы Пермской, что мне делать, билеты сдавать, не сдавать. Вообще, что, как мы в подвешенном состоянии, верите, нет? Съезжу в больницу, узнаю, потом вам все обязательно расскажу. Честно, расстроилась, очень расстроилась, потому что я для этого специально запланировала уже все и договорила, что и как, где и что. Короче, вообще, дурдом. Ладно, варю дальше кашу и буду кормить это. Забросила пол пачки масла. Димку сок уже растаял. Ну, я сначала четвертинку забросила, думаю, мало. Еще потом четвертинку забросила. Вот сейчас все растапливается. Короче, пол пачки масла бросила. А вы мне спрашиваете, почему так много масла уходит? Ну, вот потому что мы в кашу всегда любим, чтобы побольше. Да, Оксана, масло было? Все, положи, хорошо, Машенька. Сейчас помою, сделаю. И вот так вот размешиваем. Кашка варится еще, и масло как раз растает. И вкусное-привкусное будет. Напишите, как вы кашу готовите. Так, дорогие друзья, добрый день. Еду в город, в больницу. Узнавать, что у меня Катя. Мы сейчас в подвешенном состоянии. То ли мы едем, то ли мы... Мне билеты обратно сдавать вообще непонятно. Еду разговаривать с врачом, что и как. Ладно, поехала. Всем добрый день. Съездила я в город, съездила, конечно, расстроилась немного. В целом, наша поездка в Пермь отменилась полностью. Все, мы билеты сдали обратно. С билетов мне удержали 5%. Но это по закону, это правильно. Почему отменилась поездка с Катей в больницу? Потому что в Перми закрыли больницы на ковид. Все, полностью закрыли, теперь никого туда не принимают. Нам сказали, что нас поставят на очередь, как только будет прием пациентов, нас сразу примут. Это не от меня зависит. Честно, расстроилась. Ну, значит, так надо. Значит, так надо, раз не поехали.
Ничего не поделаешь. Ладно, дорогие друзья, по пути зашла в магазин. В первую очередь забрала Валберес. Так, сначала покажу. Покупала деткам еще вот такие вот резинки. Такие у меня Маша просила, ей они хорошо подходят. Забрала Валберес заказ. Тут набор контейнеров из 3 штук. Разных объемов. Что-то я не вижу, где тут написано. Ну, короче, тут 3 разных контейнера. Дальше. 2 бюстгальтера. Дела показывать не буду. И также мы с моей подписчицей выбирали сковородку побольше бортами. Она мне помогала в поиске хорошей сковородки. И я заказывала. Ну, той же фирмы, что и моя блинная. Только побольше. Она подходит для индукционной плиты. Сковородка хорошая. Вот она, не поцарапанная, ничего. Сковородка мне понравилась. Испытаем в ближайшее время. Так, это все. Дальше зашла в магазин. У детей что-то все носки раздарила. И получается, самим ничего не осталось. Взяла носочки вот такие вот. Такие вот. Такие. 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 И вот такие вот 2 пары. Да, носков у нас проблема. Всегда с носками была. Дальше заходила в Фикспресс, брала себе пить. Пить, потому что очень сильно хочется, жарко. И напишите в комментариях, что вы нового заметили во мне. Я не говорю про это, но вы мне напишите. Дальше взяла вот такую лампу. Она на батарейках. Я хотела зарядной, но зарядной не было. Взяла вот такую ночью, как ночник использовать. И взяла себе за компьютер вентилятор, потому что там пипец жарко сидеть. Хоть ты как-то окно открывай. Пока я монтирую, я вся потом исхожусь. Вот такой вот Фикспресс я взяла. Сегодня мы его включим, испытаем. Я вам все покажу и расскажу, и как, и что он. Также в Фикспрессе взяла батарейки. Вот такие вот по 99 рублей каждую упаковочку. Фонарик сюда вставляется. 3 обычные батарейки. Света, попроси папу батарейки вставить. И потом принеси, я покажу, как он работает. Дальше показываю все покупки, что у нас есть. Так, взяла деткам пряники. 1 кг с чаем пить. Так, это не мой заказ, показывать не буду, так как не разрешали. Дальше. 2 булки хлеба. И вот такого молока 5 литров. Сейчас в жару молоко лучше всего пьется. Вот такие вот в целом все покупки были. Расстроилась, конечно, ну что теперь? Что не делается, все к лучшему. Будем надеяться, что в ближайшее время все-таки мы поедем в Пермь. До школы я надеюсь, что мы успеем. Нет, значит нет. Что я теперь сделаю? Это не от меня, ребят, зависит. Видите, нас записали, я уже билеты купила, мы уже сумку, что интересно, мы уже все собрали. А тут бац! Позвонили, сказали, что все, больница закрылась на ковид. Напишите в комментариях, про что я в этом видео не сказала, что вы заметили нового в этом видео. Ну и всем желаю всего самого хорошего. Так, дорогие друзья, муж ставил батарейки, сюда вставляются большие батарейки. Тут, видите, оно больше, больше, больше и совсем. Это надо, конечно, в темноту смотреть, но светит ярко, ребят. Он прям увеличивается хорошо ночью, как ночник. Делает раз, включил, раз, выключил. Очень хорошо. Ну, в целом, вот такое вот видео. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И не забудьте написать, про что я умолчала в этом видео. Что вы заметили новенького. Будет очень интересно почитать.